Всем привет! Это канал о вязании Азалия Нитин и я Вера. Сегодня 7 марта и у нас заканчивается совместный проект «Трио старты» или «Тройные старты марта». Этот совместный проект организовала Светлана, канал «Связано спицами Светлана». В нем принимают участие блогеры, которые ведут свой YouTube-канал или вязальный аккаунт Instagram, или и то, и другое. Проект длился одну неделю с 1 по 7 марта. Мы начали три новых вязальных процесса и работали над ними до конца недели. Сегодня, 7 марта, мы должны выпустить итоговое видео по всем стартам, где мы показываем свои продвижения и делимся впечатлениями о вязании, что получается хорошо, а что не очень и почему. Список всех участников проекта есть в описании к этому видео. Итак, моим первым стартом была шапочка для девочки. Шапочка с кошачьими ушками и жгутами. Я закончила эту шапочку, даже пришила пчелку вот здесь вот. Это было дочкино пожелание. Она очень любит пуговки в виде разных фигурок. И я был риск, что она не будет носить шапку без пуговки. Но, в общем-то, хорошо, неплохо выглядит эта пчелка здесь. Хорошо украшает. Вот фотография шапки на дочке. Такая вот кисонька получилась. Очень красивая получилась шапка. Я довольна тем, как получилось это изделие. Вот здесь вот я расширила схему, добавила вот этот жгут. Оригинальная схема была без жгута. Я выложу эту схему где-нибудь и ссылку добавлю. Вот спереди, сзади по жгутику. И даже я еще планирую эту схему еще изменить. Таким образом, чтобы связать шапку для старшей дочки. Ей уже почти 9 лет. А может быть даже еще и для себя. Ну, другого цвета, конечно. Насчет себя я не уверена. Вроде как я уже взрослая. Мне такую шапку не положено носить. Но у меня же девочки. Вот мы все оденем эти шапки. Пойдем, будет здорово. Так что вот такое вот у меня готовое изделие в первом старте. Первый старт и первая готовая работа. А вот это кто у нас такой малыш? Это малыш-тигренок. Это мой второй старт. Я связала только голову, тут мордочка, носик. Сделала глазки. И два ушка пришила. Ну, с обратной стороны несовершенно, но я учту свои погрешности. Планирую связать второго тигренка в пару. Будут мальчик и девочка. Сделать им какие-то одежки, там платьица, шортики. Ну, такая вот будет парочка. У меня это все это у меня в проекте пока что. И потом я обязательно, конечно же, все покажу, как будет получаться. Ну, такая вот туловище будет кругленькое дальше. Ручки, ножки. Такой вот будет тигренок. На следующей неделе я вплотную буду заниматься этим тигренком. Потому что сейчас трио старта у нас закончились. Все силы брошу на проект «Символ года». Ну и последний мой старт. У меня был всего лишь один маленький моточек пряжи. Такой вот. Это у меня мочалочка для посуды, кругленькая, небольшая. Я не пробовала еще мыть посуду, потому что мочалочка должна была сняться в видео в аккуратном, непотребном виде. Ну, а это будет, сейчас ставлю картиночку, мочалка-варежка в виде зайки. Я ее не доделала, потому что закончилась пряжа. Вот буквально на середине ряда все, моток закончился. Нужно... На такую мочалку два моточка. Поэтому я поеду в магазин, куплю еще один моток, чтобы закончить эту мочалку. И еще, наверное, пряжу на мочалке для детей. Вот так вот будет эта варежка. То там шов будет. До мизинца надо будет довязать. Потом пойдет сужение, ушки и глазки, и носик. Но глазки может такие же, как у тигра, сделать. У меня есть набор глазок, сейчас я вам их покажу. Вот, я заказывала в интернете, в Амазоне эти глазки и носики. Тут самые разные цвета, зеленый. Красивые глазки, как вот настоящие глазки, игрушечные. Голубые, красные. Красный, не знаю зачем, такой цвет, конечно, устрашающий. Серенькие,
такие коричнево-золотистые, потом носики. Так. И простые глазки черные, просто разных размеров. Вот самые большие. Вот для тигра я использовала самые большие. Ну, еще носики. Мои любимые носики — это розовенькие. Вот. Видно, что форма носика. Вот еще коричневый носик. Для собачек, например, хорошо такой носик использовать. Так что пока все глазки не использую, буду вязать игру. А вот красивый носик с такими ноздрями. Для собачки или какой-нибудь, для волка, лисы. Не знаю, для любого животного, в общем-то. Ну вот я для зайчика, скорее всего, либо отсюда подберу что-то, либо, может быть, глазки нитками просто вышить, наверное, для ванны. Эти глаза пластиковые не очень подойдут. В общем, посмотрю, что тут как будет лучше смотреться. Вот такие у меня итоги мартовских трио стартов. Одна готовая работа и две незаконченные, над которыми я буду продолжать сейчас работать. Это остается тигренок и мочалка. Я желаю всем творческих успехов, хорошего настроения, побыстрее закончить свои готовые работы, начать новые, и все вот так по кругу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до встречи в моих следующих видеороликах.